Любі друзі, привіт всім! Сьогодні в нас велике свято, це яблуневий спас. Я завжди на це свято випікаю шарлотку. У мене дуже смачна шарлотка, я вам всім рекомендую, повторяйте, навіть не сумнівайтесь. Сахар. Значить, сахара нам треба 200 грам. Перейду на російську мову, тому що, пробачте, всі українці, але мене дивляться дуже наших багато прихильників, які за Україну. І Казахстан дивиться, і Азербайджан дивляться, дівчата пишуть, і Грузія дивиться. Вони просто не розуміють українську мову, і мені шкода, що мої дівчатка, які за нас вболівають, вони не зможуть зрозуміти моїх рецептів. Тому прошу пробачення, дальніший мій рецепт буде на російській мові, щоб зрозуміли всі. Так, у мене категорія яєць. Значит, S2, они у меня мелкие. Вот, если у вас категория S0, они крупные у вас, то достаточно 3 яйца. Вот, на рецепт нам надо, значит, 200 грамм сахара и 3 яйца. Я взяла 4, у меня категория S2. Я отправляю в комбайн. И сразу туда отправляю чуть-чуть сахара. Вот 3 стакана сахара. И начинаем взбивать. Я буду ставить на пятерочку. Бачите, я поставила, пробачте, не можу перейти з української. Я дома розмовляю на такой мові, як зараз. Я пытаюсь перейти на русский. Так що у нас так всі розмовляють. Ми розмовляємо на суржику. Так, друзі. Взбиваємо і потроху-потроху будемо підсипати цукор. По чуть-чуть підсипаємо сахар. Ну, приблизительно от розділіть візуально на 3 частини стакан і по чуть-чуть підсипайте. Так. Так, далі. Що у мене далі для рецепту? У мене готові яблочки. Тут у мене 6 яблок. Вот такие красивые яблочки. Кожуру я не очищала, потому что яблочки домашние, наши. Они летние, кожура нежная. Очищать не надо. Нарезаем вот такими дольками. У меня здесь 6 штук, ну вот таких вот по размеру, таких крупненьких яблочка, 6 штук. Если яблоки меньше, берите побольше. Также я приготовила уже вот такую форму. Вот, я ее застелила, видите, пергаментом силиконизированным. Обожаю этот пергамент. Ребята, кто живет в Украине, я всем просто настоятельно рекомендую покупать вот такой вот пергамент. Вот, сейчас хочу вам показать. Вот, Фрэнкенбок. Ну, не знаю, может, еще какие-то есть хорошие, но я вот сюда беру вот этот Фрэнкенбок. Ребята, насколько обалденный. Он силиконизированный, никогда в жизни ничего не пригорает, пергамент не прилипает. Так что это не то, что реклама, я с этого, как говорится, копейки не имею, просто делюсь своим опытом. Так, ну что, взбивается, и высыпаем оставшийся сахар. Да, сразу добавлю ванилин, у меня чистый ванилин, я добавлю совсем чуть-чуть. А, ну, у меня там половинка его было. Все, меньше 1 грамма даже добавила. Там у меня остаток был. И продолжаем взбивать. Все, на пятерочку взбивается. Взбиваем не меньше 7 минут до пышной белой массы. Итак, сухие ингредиенты смешиваем. Значит, нам надо 160 грамм муки. У меня мука высшего сорта. Разрыхлитель для теста. 1 чайная ложечка. Вот. Ну, оказывается, тут его и была 1 чайная ложечка. Так, дальше щепотка соли. Вот совсем чуть-чуть. Немножечко. Все, вот это мы размешиваем. И когда взобьются наши яйца, мы это все добавим. Да, кстати, вы не переживайте, что много сахара, на 3 яйца всего лишь очень много сахара.
Вот сахар как раз и создает такую очень вкусную, как бы сахарную корочку сверху на нашей шарлотке. Так что я вам рекомендую, не уменьшайте сахар. Итак, яйца очень хорошо взбились. Посмотрите, какая пышная масса получилась. Сейчас я попробую, чтобы не было сахара. Все, сахар не чувствуется. Итак, сейчас я отправляю все сухое. Взбивать я уже не буду, чтобы не потерять нашу вот эту пышность. Я просто возьму венчик с миксера, с обычного, и сделаю это венчиком. Итак, я размешала тесто, оно получается вот такое, вот смотрите. Очень пышное оно осталось. Взбивать миксером муку не нужно, потому что вы его посадите, и оно у вас будет, ну, такое, знаете, не пышное. Так, ну и все, будем делать наш пирог. Итак, будем формировать шарлотку нашу. Выкладываем сначала яблочки. Ручки чистые, помытые. Так. Распространяем ровненько их, ну, чтобы по всей поверхности, так скажем. Кстати, я всегда яблочки сбрызгаю лимонным соком. Вот я их начистила 1,5 часа назад, когда у меня было время. Когда вы сбрызнете лимонным соком, они никогда не темнеют. И теперь сверху заливаем тестом. Так, ребята, ну что, в принципе, вот так вот разравниваем все, тесто распространяем. Видите, как раз вот такой вот противень у меня где-то 25 сантиметров, приблизительно на 35. Вот такой вот. Очень удобный для шарлотки получается. Хороший размер. Так, ну вот так вот, в общем, немножко перемешали. Вот. И у меня уже разогревается духовка. Наша шарлотка стоит в духовке на 180 градусов. Режим у меня конвекция. И будет стоять 35-40 минут. Вот. Ну, наблюдаем. Чтобы, смотрите, у каждого духовка разная, чтобы ничего не подгорело. Так, ну вот и все. И теперь отправляем в духовку. Итак, я отправляю в духовку. Духовочка у меня уже разогретая. Ух! Итак, режим конвекция на 180 градусов. Так, шарлотка готова, стояла она у меня 35 минут в духовке. Сейчас я проверю ее на готовность. Вот видите, зубочистка сухая абсолютно, все, она готова. Итак, я перевернула шарлотку. Вот такая она получается с обратной стороны. Смотрите, сколько яблок много. И тесто здесь, и яблочки, все хорошо пропеклось. Просто великолепная на вид. Теперь сверху мне нужно посыпать сахарной пудрой. Я так всегда делаю. Так. Посыпаем сахарной пудрой щедренько. И все. И шарлотка готова. Итак, отрежу кусочек, попробуем, какая по вкусу получается шарлотка.
Воно в мене ще гаряче. Так. Так, посмотримо. Хорошо пропеклась. Много яблочек. Попробую сейчас. Ребята, как это вкусно. Много яблок. Вот это яблоки сверху. О, боже мой. Это просто роскошь. Я вам всем рекомендую этот рецепт шарлотки. Вы не пожалеете. Проверенный годами. Просто годами. Я этот рецепт делаю с 92 года. Всем советую и рекомендую. Повторяйте. Очень вкусно. Очень просто. Просто сказка. Ребята, всем всего хорошего. До новых встреч. Украинцы, тримаємось. Все буде добре. Мирного всем неба над головой. И до нового видео. Пока, дорогие друзья.